Когда в Берлин сразу с нескольких сторон въехало несколько наших земляков. Вот это Олесь Коронович, Игорь Ермаков и Игорь Кашкуревич. Вот. Коронович решает сделать выставку белорусов, раскручивать этот проект, Тахель сдает добро, что-то там как-то они даже выходят на уровень Сената. Какие-то там деньги даются под это дело. И связались с Академией искусств. Шинейко взял на себя роль собирателя, так сказать, Ну, получилось так, что когда первый список ставленников, так сказать, был отправлен в Берлин, не оказалось как раз тех людей, которые в Тахелисе очень хотели видеть. В Берлине тогда поняли, что здесь идет закулисная игра, и решили пойти в банк. То есть не будет Родина, не будет никакой выставки. На открытии играл Андрей скульптор Зартепло. Вот, Олесь сделал перформанс. Вот. Второй дах, это была просто выставка Олеся и музыканта Тахелиса. Кто хотел, просто приходили там, где-то среди работ оставляли свои там какие-то колонки и играли что-то. Да? Пели там. Потому что дах третий прозвучал в Минске в 2003 году, в Минске, в музее кино. То есть приехала из Тахелиса Бьянка Флигель. Вот, она 2 месяца тут долбала, надо сказать, по мастерские. Там. Потом был еще пленэр. Как этой выставке выступил. Ну, то есть такая была 10-дневная такая фестивальная программа. Вот. Ну и что получилось? Вот первый день. Значит, механёры, то есть мы делаем перформанс на улице. Да. Директор палаца на тот момент, это какой-то там то ли бывший, то ли действующий, какой-то крупный милицейский чин. Вот. Ну или что-то типа так. Понимаешь, увидев происходящее, начал топать ногами, кричать, я всех посажу. Вот, его успокоили. На следующий день мы приходим сюда. Значит, объявление типа. Фестиваля не будет, да, то есть все запрещено. То есть был звонок сверху? Нет, это была его воля, воля директора палаца. Вот Олесь пошел к нему, Син и я. Короче, там директор топал ногами, кричал, вот, в общем, выставка продолжалась, а фестиваль не состоялся. А, ну потом еще дахи были, то в Минске, то в Берлине, там и музыкальные, и просто выставки, и дах 8 носил название «Хайермастерство», но это был берлинский вариант. А дах 9 «Хайермастерство» уже как бы здесь развернут был во всем палаце.